Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас тема, как быстро помочь при первых признаках простуды, вирусе, гриппе, ангине и так далее. Как нам быстро среагировать, не разболеться и так сделать, чтобы наша простуда не ушла в осложнение. С вами Ольга, меня зовут Ольга, я партнер компании Cyberin Wellness и клиент с многолетним стажем, так что кое-что понимаю. Проверено все на себе и на своих детях. Все-таки ответственность за наших детей несут, за наших детей несем мы, родители. И я только недавно вспомнила о том, что мы, слава богу, не пьем антибиотики. И слава богу, нет серьезных болезней таких, которые требуют серьезного вмешательства. И все наши болячки мы лечим БАДами, бальзамами. Но это все нужно делать правильно и со знанием дела. Итак, если вдруг у меня ребенок пришел и говорит, что у него болит горло, или у нас начался насморк, я в первую очередь подключаю иммунобокс. Это вот такой вот комплекс. Он повышает, активирует иммунитет, повышает защитные силы организма. Вот такие вот три капсулы. Вот этой пачки хватает на целый месяц. Но, естественно, для того, чтобы активировать, если ребенок часто болеет, для того, чтобы активировать его защитные силы, мы пропиваем месяц. Если же ребенок не перестает болеть, мы пьем минимум 3 месяца. Что здесь находится? Я, так как у меня уже дети знают, что такое сибирское здоровье, знают, что такое витамины, они у меня укреплены, и поэтому мы при первых признаках простуды начинаем сразу пить. Так, это у нас повышает, как я сказала, защитные силы организма, активирует иммунитет. Здесь даже есть женьшень, который придает сил, тонизирует и обеспечивает клетками всеми ресурсами, которые у нас есть. Здесь у нас экстракт шалфея, подорожник, ромашка, чабрец. Но я думаю, что состав вы можете сами прочитать. И если вдруг какие-то вопросы возникнут, пишем в сообщениях, либо пишем в комментариях, либо оставляем, как я могу с вами связаться. А так, все ссылки в шапке профиля. И обязательно пишите. Так, это первое, что мы делаем. Далее, обожаю этот продукт. Он помогает при воспалениях. Даже когда суставные воспаления идут, когда суставы начинают болеть, воспаляются, тоже можно это пить. Это масло барага и амаранта, противовоспалительное, противоаллергическое средство. Здесь витамин Е, витамин D3, также усиливают защитные силы организма. И аллергическую реакцию они снимают, именно блокируют, вот, блокируют. Если вдруг началось воспаление в горле, мы сразу рассасываем. У меня дочь первоклашка. Мы 2 раза уже болели с 1 сентября. Но скажу я так, выздоравливаем мы буквально 2-3 дня. И последний раз, да и первый раз, это было без температуры. Итак, рассасываем по 6, даже по 7 капсул у нас один день было. Потому что горлышко болит, снимает боль в горле, убирает першение. Если даже человек кашляет, ну, бывает такое, да, сначала мы начинаем заболевать, потом у нас переходит у кого в нос, у кого в кашель, у кого уши начинают болеть. Вот, даже при кашле помогает это барага и амарант называется. Дальше, если температура и совсем плохо, то, конечно, мы подключаем новамин. Это вот такой антиоксидантный комплекс. Здесь витамины А, С, Е, самые лучшие антиоксиданты. Так, дальше. Дальше у нас идет наружное применение. Это бальзам-корень. Бальзам-корень – это легенда практически. Я уже про него не раз рассказывала. Легенда сибирского здоровья. Сейчас Cyberin Wellness. Этот бальзам производится с 1996 года. Как мы его используем при простуде? Если вдруг поднимается температура, мы натираемся и не укутываемся. Потому что если мы будем укутываться, бальзам будет согревать. Если мы натерлись и оставили тело открытым, то, естественно, оно будет охлаждать, и температура будет снижаться. Для профилактики мы натираем пяточки, ножки, спину, грудь, горлышко, если болит, все это наружно. Состав. Ну, состав, конечно, можете прочитать сами, но я приоткрою завесу. 2 эфирных масла, 13 растительных экстрактов, масло эвкалипта, пихтовое масло, чабрец, зверобой. Классный состав.
Корень у нас всегда, в нашей аптечке корень всегда, даже по два флакона, потому что он очень быстро заканчивается. Ну, как очень быстро? Если им пользоваться, то он, да, заканчивается быстро, особенно если в семье 5-6 человек. Так, это у нас идет бальзам флоросептик, Эльбешен называется. Еще второе название у него есть, волшебник, я уже сказала, по инерции уже. Итак, одна чайная ложка на стакан воды и полоскать. При ангине даже помогает. Если полоскаем мы, чем чаще, тем лучше. Здесь идут просто травки, которые снимают воспаление. И используют его как для кожи. Помогает, он оказывает антибактериальный эффект. Противовоспалительный, от ангины, простуды, стоматита, когда болит горло, когда воспаление десен идет. Вот такая вещь. У меня всегда стоит разведенный на туалетном столике. Стакан обязательно. Так, и пользуемся, конечно, всей семьей. Вот такие вот продукты, конечно, конечно, я забыла про натуральные витамины. Это отличная поддержка для иммунитета любого человека, взрослого, подростка или ребенка. Но про него я буду снимать отдельно, буду рассказывать. Это офигенный, просто офигенный комплекс. Полностью натуральные витамины, вот такие вот. Итак, друзья мои, я все рассказала. У кого есть вопросы, пишите. По ссылке в шапке профиля пишите. Можете в комментариях писать, оставлять свои координаты. Кто давно хочет попробовать сибирское здоровье, кто присматривается, обращайтесь, я помогу, сориентирую вас во всем разнообразии нашей продукции. Пока-пока, всем хорошего дня!